Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Кеплер. А точнее, сегодня, как вы уже знаете из названия видео, мы будем фармить боссов. Ну, не совсем фармить, мы их просто убьем. Да, всех. Как раз таки посмотрим, как оно. Ну, сейчас же можно пройти игру. И как я понимаю, из последнего босса, для чего нам нужно, кстати, создать портал, мы выбьем что-то очень хорошее. Точнее, чертеж для вот этой штуки. Вот этот чертеж изготовления варп-двигателя. Я так понимаю, это будет финалочка. Еще я зафармил пару данжиков и получил с них ящики со способностями. Но, так как способности уже изучены, я ни черта не получил. У меня была... Ну, они мне просто есть ящики бесполезные, и все. У меня была теория, что ящики дадут нам, ну, они дадут нам как раз-таки способности, но эти способности будут более высокого уровня. То есть, чем сильнее данж на более глубоком подземелье, тем больше шансов заполучить способность сразу нужного уровня. Но, к сожалению, теория оказалась ошибочной. Я думал, что у меня просто появится новая способность, но, к сожалению, точнее, они обновятся до более высокого уровня, но, к сожалению, нет. Поэтому сразу всем скажу, кто будет фармить данжи, фармите данжи на минимальных уровнях. Получайте все способности, и как только вы получите все, ну, естественно, получите эту ачивку, вы можете активно сразу же заниматься... Заниматься прохождением других данжей, чтобы получить разных типов дисков и прокачаться. Так, это мы тоже скидываем. Патрики, кстати говоря, мы берем патрики себе сейчас. У нас их 318, но я думаю, на боссах нам как раз будет идеально. Я думаю, что первые боссы у нас будут легкие, но мы заранее закупимся нужным. И, кстати, у меня есть яичко. Да, я решил одно взять, думаю, типа, а чё бы нет. И давай посмотрим. Успех. Что ты такое? Это луна. Это псина? Серьезно? Увеличит вашу скорость передвижения на ближайших напарников на 10. Так, не может никому причинить вреда, как и не вызывает желания у других причинить вред им. О, подожди. Покормить? Охренеть! Это псина, блин! Это вообще ништяк! Иди сюда. Это прикольная псина, она может таскать ресурсы. То есть мы садимся на единорожку, он будет таскать нам ресы. Так, стоять на месте. Я тебя оседлать могу? Что это за прикол? Стоять на месте. Короче, это наш ослик с мешками, который будет таскать нам ресурсы. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Так, давайте два телепорта скинем. Я приручил, кстати, орка, главаря. Их же можно еще и прокачивать, то есть взять с собой на фарм боссов. Вот, его можно повышение. И как раз таки за счет этих капсулей можно прокачать его. Но атака у него 7. Но он может призывать еще орков. То есть на финальном боссе он мне, кстати, пригодится очень сильно. Но я не знаю, кстати, пригодится нет. У него ХП по чуть-чуть растет, в отличие от нашего кабана, у которого уже третий уровень, и на повышение ему нужна вот эта для четвертой. У него 47 атаки, 140 защиты, 59 скорость, 198 хп. То есть давайте, кстати, четвертую капсульку я сейчас быстренько сделаю. Ну, точнее, посмотрю, из чего она делается, и мы продолжим. Так, ну, в принципе, я все взял. Сейчас мы быстренько все скрафтим. Так, вроде вот здесь делается. Это шприцы, кстати, нужны, чтобы спуститься ниже. А это капсули нужны для того, чтобы прокачать нашего вот этого самого парня. Ну, давай пойдем прокачаем нашего кабанчика. Я думаю, кабанчика реально взять. Он там будет дамажить. Так, повышение. Повысить. И повысить. 228 хп. 83 атаки. 180. Блин, вообще кабан топ. Если с собой еще взять чувака с бензопилой. Кстати, 5 уровня. У которого 59 атаки. Блин, мне кажется, мы затащим на боссах. На последнем именно. Меня напрягает только последний босс. Остальные, я считаю, что они будут на изи выноситься. Но мы сейчас подготовимся более... Так, стоп, я кое-что забыл скинуть. Более-менее подготовимся, потому что бои... Ну, первые пару боев будут полной фигней. То есть мы затащим 100%, а вот следующие бои... Следующие бои уже будут немного геморройные в плане всего. Так, и башмаки.
Так, ну мы возьмем по аптечкам. Что у нас тут? Сотка хп. Так, исцеляет или так? Можно. Так, исцеляет, увеличивая скорость атаки и передвижения на 20, а также усиливает голод. Длится 1 минуту. Передвижение на стак. Скорость атаки и передвижение на 40. Атака на 9. Вот это. Самые топовые вот эти. Вот это. 130 аптечек, я думаю, нет. Давай возьмем штучек 30. Я думаю, нам этого за глаза хватит. Хотя хрен его знает. Так, вот эти возьмем штучек 20. Это чисто будем юзать, когда будем. Ну и давай вот эти штучек 5 на всякий случай прям. Буквально вот на всякий, на всякий. Бинты это мне не надо. Хилок у меня много. Надо взять что-нибудь, наверное, на защиту. Потому что робота мы скинем. Он нам будет абсолютно бесполезен. Он будет просто шмотки собирать. А это нам нафиг не надо. Так, восстанавливает 5 здоровья при убийстве существ. Нет. Так, и скорость голода не надо. Ложка не надо. Кольцо что дает? Так, накладывает усиление меня так каждые 5 секунд. Это радар не нужно. Личинка. Восстанавливает 1 здоровье каждые 2 секунды. Да я и могу и без этого. Щиток. Защита увеличена на 20. Берем. Давай. Сколько у нас сейчас защиты? Черты... это черты расы. Я не могу посмотреть, да? А где у меня... У меня же раньше показывалось защита и все остальное. У меня же был инвентарь свой. Да, в способностях я выбрал... энергетическую вот эту плазменную спору и ракеты. К сожалению, вкачать я их не смогу, потому что. Вот, и поэтому давайте-ка начнем с того, что мы заюзаем вот эту штуку, чтобы вам более-менее было все видно, и начнем. Так, босс-жук, да, первый, тэпаемся и погнали рвать ему. Ой, стой, подожди, какой босс-жук-то? На базу. Первый же у нас этот... Это зараженная личинка, которая у нас находится вот здесь. Сейчас я быстренько до нее через этот доберусь, и мы продолжим. Так, ну в принципе мы добрались. Так, тут сейчас у нас просто ребятки. Нас будут жестко нападать. Но мы быстро его закосим, поэтому это как бы... Где ты, животинка, вылазь? Я его приручить хочу еще, если честно. Ну и все, минус жук. Я же говорю, это будет на изи. Так, это было на изи. Идем отсюда. Мы получили личинку, вот эту вот штуку. Мы их все потом применим, так как я переместился с места на место. С острова на остров, скажем так. И поэтому у меня тут сейчас... Так, это нахрен не надо. У меня тут сейчас легкие такие эти... Ну, короче, вы видели, что когда я обозревал... Не мода этим... Ну, что обновления какие вышли, у меня там появилось, что мы заново разговаривать с ним начали, ну и все такое. Так, давай пока тебя тоже сюда скинем, ты пока валяйся, мы с тебя получили личинку, которая у нас есть вроде как. Да, есть, ее можно тоже скинуть вот сюда. Так, берем сюда, значит, не, стимулятор мы заюзаем потом, давайте сюда возьмем вот эти. А мы тут все потом заюзаем, что переживать. Ладно, погнали, значит, кто у нас? Первый был это... Босс. Короче, ладно, следующий босс орк. Да, главарь орков. Давайте Леву оставим здесь, стоять на месте. Так, ладно, надеюсь, ты следовать за мной не будешь. Так, тебя бы закрыть в идеале, а то эти психопаты тебя еще и порежут. О, идут. Давай. Кто на новенького? Все готово. Никого на новенького. Быстренько мы с ним. О, мы с него ожерелье выбили. С него, помимо ожерелья, можно выбить светлячка, который как раз-таки, ну, будет светиться и подсвечивать вам все нужные для вас места. То бишь, ну, прикольная штука, но не такой себе. Я набил кучу всякого хлама. Ботинки, всякие тут. Луки. Орш. Это, кстати, лук. Это топ-лук. Это топ-лут, я бы даже так сказал. В плане... Этот лук у нас есть вот такой. Вот он. Это, короче, орч-лук, который стреляет тремя стрелами сразу. Прочность предмета плюс 40. Ну, да, у нас же прокачаны, теперь предметы падают. Вот. Ожерелье у нас орчи есть ведь, да? Нету? В смысле? Серьезно, что ли? Реально нет орочего ожерелья? Да ладно, как так? Может, я в глаза долблюсь? Но эти 4 я получил, да, можем сразу активировать там все и так далее. У нас нет орочего ожерелья? Ну, давай тогда закинем.
увеличит атаку. Атака увеличена на 10%. Прикольная штука. А, оно у нас одето, потому что я думаю, почему его нет. Мне когда добавили две ячейки, я его и одел. Так, мясо, кожа, кости, лук. Ну, лук, да, лук у нас уже есть, поэтому он нам второй такой нафиг не нужен. Ну, хотя он прикольный. Так, ну что, минус два босса. В принципе, пока мы идем более-менее нормально. Так, это мы скидываем. Да, эта штука у нас там валяется, но мы потом их понесем активировать. Место можно съесть. Все идет отсюда. Так, давай вот так. Дальше босс-личинка. Босс-жук. Ну, он, кстати, геморройный. Я уже почистил немного местность. Да, спасибо. Сразу темно стало. На него стимулятор я юзать не буду. Ну, местность, как вы видите, я почистил. Ну что ж, активируем его. И понеслась, да. Ой! Тихо. Плевать вообще. Ну вот как вы видите, да? Босс вообще донный. От слова совсем. И мы получили с него клешню. Ну это бессмысленные штуки. Да, все. Но это благодаря способностям. Да, как мы помним, только благодаря способностям. Ну, мы так быстро именно с ним разобрались. Да, восстанавливает 5 здоровья при убийстве. У нас такая штука валяется, но он нам тоже не нужен. Этот босс был легким. А вот теперь начинается интересненькое. Я, значит... так, вот, блин, тебя бы вообще взять в идеале. Значит, мы оседлываем вот этого парня. Тебя говорим следовать. И мы идем вот так вот. Ты в атаку. Ты... Да, ты именно в атаке, ты прям вот готовься. Это... Подождите, не-не-не-не-не-не-не. Стоп, стоять на месте, стоять на месте. Следующий босс люди. Я с людьми разберусь и без этих ребят. Да, мы тут вот, я уже их потихоньку тут окучил. Мы сейчас по старой традиции просто вынесем одного сначала, потом вынесем другого. Так... Начнем с босса именно вот этого. Так. Тут вот закроемся, чтобы они нам не мешали. Да, вот такую маленькую ловушечку мы устроим. Так, аптечки, что заюзать? Защита на 19, длится 10 минут. Берем. И атака на 9 берем. Ё-моё, зачем я это сделал? Так, F. Ну все. Сейчас просто таскаем его вокруг этой штуки и наносим ему урон. А ну иди туда. А вообще пофиг. Все, теперь у нас двойной урон идет. У меня 120 хп, у меня регенерация идет. А я не помню, от чего она идет, но она от чего-то идет. Все, я разобрался с ним. Я получил, кстати, позвоночник. Мы потихоньку тут прокачиваемся. Янтарный щит у меня и так есть. Там вроде с того можно пулемет выбить. А, нет, с него можно было пулемет выбить, помимо янтарного щита. Сфера землян и янтарчик. Так, тут... Ой-ой-ой, тут, кстати, проблемка. Так, двойка, тройка. Тут легкая проблемка в плане вот этих дурачков, которые мне сейчас всю малину испортят. Опа, я же сказал, всю малину испортят. А, черт, мины. Спасибо, кстати, спасибо, спасибо, мне это надо. Ну, просто я не хочу с ними тоже сражаться, они мне будут только отвлекать. Поэтому давайте. Ух ты, смотрите, как я сделал красиво. Раньше вроде их можно было вот так вот выносить. Нет? Ну, тогда мне надо только вот так сделать и все. И врываемся туда и разрываем ему анус. Так, поедим. Обязательно. Так, бочечку подожгем. О, красота какая. Все, давайте. Так. Ты готов? К разрыванию ануса. Мне энергии не хватает. Ну, плевать. Да, тут дрона можно получить, как я помню. И все, больше вроде ничего. Но лично я с него ничего не получал.
Так, да, конечно. Ты мне щит даже не снес, лох. Нет, стоп, надо туда его выгонять. Давай, только, пожалуйста, не собирай растения. Все, вот он стоит тут и все, готов. Мы с него... А, смотрите, мы с него не получили эту штуку. Мы с него получили дрона. Да? Дрона? Нет. Не дрона. А, да, дрона, все правильно. И мы получили гранат много. Кстати, гранаты неплохие. Очень даже. Я бы так сказал. Гранаты очень неплохие. Так, да, эта штука... Ну вот, уже 4 собрали. Самое геморройное начинается сейчас. Я уже сбегал, я уже там подзачистил немного базу ихнюю, егошнюю и так далее. Вот, переубивал там кого надо. Мы теперь турели снося получаем с помощью кирки мека. Ну, кирки вот этой, которая у меня сейчас. Мы получаем этих. Как его... Мы получаем, что мы получаем? Не помню, что мы получаем, но мы получаем этих. Так, дрона. Дрон у нас есть, щит у нас есть, да? Все это нам тоже не надо. Мы получаем платы, как раз-таки последние. Вот, я возьму гранаты с собой, потому что я уверен, что они мне пригодятся. И давайте, так, оседлать. И давай, следуй. Да ё-моё, что я там? Я хотел нажать следовать. Атака, естественно. Так. Последний босс, да? Это как раз-таки портал. Вот он. В смысле? Стоять на месте. Подожди. А почему я... Я же сказал ему следовать. Он не пошел? Подожди, а почему он не пошел? Стоять на месте. Сейчас проверим. Так, что за прикол? А почему он с нами не пошел? Он должен был с нами пойти следовать. Так. Ну да, все. Ну, оседлать. Погнали. Ну вот, все нормально. Че, готовы? Я нет. Так, юзаем, значит, порошочек. А, это еще даже не тот босс, кто мне нужен. Так, длительность 1 минута. Давай вот это. И вот это. И вроде мы на коне. Погнали. Власти. Давай. Так, слезть. Давай. Да плевать. Вообще плевать. Он как этого умудрился туда выкинуть-то? А я еще вижу, что я энергию ни хрена. Оп. Идеально, идеально, стреляй в него. О, мы уже половину хп ему снесли. Так, гранаты мека, быстрей. Все, он его вынес. Но это не страшно. Давай. О, красота. Он там пытается ему что-то накидать, но у него вообще ничего не получается. А вот мы ему накидываем хорошо. Ты зачем на кабана нападаешь? А, он нападает на него из-за того, что он тот за стенкой находится. Сколько у него хп? У него хп еще прилично. Он сейчас ко мне переместится. А, нет, смотрите. Плевать. Почему у меня скорость атаки уменьшилась? Непонятно. У меня сейчас скорость атаки жестко уменьшилась. Так, стоп, девяточка.
все. А ну отдай его! Отдай его, псина! Сутулая! Так, это должна была быть сфера, что нужна мне показать ее мека. Окей. Так. Охренеть, что тут? Давайте сортернем. Ну да, и вот сразу же нормально все стало. Давай вот эту штуку. Да, это как раз таки понятно, портал. Я могу что-нибудь забрать? Ну и пошли все в задницу. Так, вот как мне тебя достать? Вот тебя, я надеюсь, мы сможем достать. Потому что это будет обидно. Потому что это будет очень обидно. Значит, мы получили костюм на 63 защиты. Ни хрена себе, на 63? Берем. Так он круче нашего. И так, легкий... Ну-ка, давай посмотрим, что за наседатель. Он не тратит патроны. Так, тебя мы ждем оседлать. А тебя мы жмем... Не следовать. Следовать. Давай вот сюда. Я знаю, как мы сейчас с ним сделаем. Мы просто выйдем в портал, скорее всего. Попадя на... Не, подожди, мы же можем без портала отсюда. О! Чудо! Сваливаем. Скажи, что ты пошел с нами. Да, да, супер. Короче, не фартануло слезть. Покормить. Не фартануло мне немного. Давай вот так вот. И вот так вот. Мы завалили боссов. Что, в принципе, хорошо. И сейчас я займусь легким... Так, стоять на месте. Свинка, Пепе, а ну стоять на месте. И сейчас мы займемся модификацией брони, потому что она уже третьего плюс на плюс 3. Атака и защита питомца нахрен мне не нужная от слова совсем. Пофиг, но там есть то, что мне нужно. Нужно вот это и золотые слитки, кажется. Что у нас? О, золота много. У нас и этих много. Просто этой брони у меня ни разу не было. И она уже топовая. Так, давай сюда. Сюда и сюда. Давайте начнем. Так, нет, получаем мы это все фигня. Сопротивление отбрасыванию. Сопротивление отбрасыванию 100%. Скорость износа минус. Защита плюс 4. Нет. Защита плюс 8. Получаем урон от дальних атак минус 30. Сопротивление отбрасыванию и защита плюс 20%. Идеально. Что у тебя есть? Урон плюс 20. Прочность предмета. Скорость износа. Шанс выпадения добычи. Я тебя возьму чисто потестить. Все, как бы да. Но мы уже молодцы. Мы уже молодцы. Мы уже прям молодцы. Так, это все фигня. Это все фигня. Вот это у меня, кстати, генная сфера Дивилиум. Я не помню, у меня она была, нет. Потому что я не помню, что в конце. У меня не было генной сферы Дивили. Кстати, можно продать или использовать для открытия, соответственно, верстака в лаборатории Шки. Ну давайте возьмем все, мы сейчас туда сбегаем. Броньку я пока, пожалуй, оставлю. Она у нас не здесь только будет лежать, а на нужном нам месте. То бишь, вот тут вот. Вот, и сейчас сбегаем. О, у меня еще, ни хрена себе. О, фонарик можно использовать для освещения небольшого пространства перед собой. Подожди. Я типа с фонариком буду бегать? О, прикольно. Это у меня фонарика не было. Ну, то есть можно пофармить этого босса и выбить с него много разных приколюх. Я, конечно, этим заниматься не буду, потому что это непростой босс. Вот. Ну, не сказал бы. Ну, благодаря модификациям и всей остальной шляпе, это очень даже простой босс. Так. Это ХП. ХП мы оставляем, стимулятор мы убираем. У меня 70 гранат осталось. Есть ли какие-то гранаты еще? Помимо этого всего, вот здесь вот. Так, это... О, есть граната. А, нет, это вход в убежище Мека. Вот что нам надо. Ага, ясно, окей. А гранаты какие-нибудь есть? Пистолеты, буры, лазерки, шмазерки, боты, шмоты, ловушки. Я бы ловушки поставил, кстати. Русский. Блин, прикольно. Нету. А здесь... Ни черта нету. И получается... В верстаке, наверное... Нет, не вот в этом верстаке. Вот в этом верстаке получается, да? Порох, мечи. Вот у них гранаты только. И это нужно золото. Блин, золото, серьезно? И порох? Ладно, давайте. У нас вроде и то есть. Сейчас я быстренько все накрафчу и продолжу. Так, в общем, продолжаем. Я немного переборщил, накрафтил аж 7400 гранат.
Я не знаю, куда мне столько. Я думаю, что мочилово будет вообще должно быть зверским. Еще я думаю, что если я прокачаю вот эти две способности, у этой 40 урона сейчас, при прокачке следующем будет 78 урона вроде, да? Так, да, 79 даже урона. То есть, скорее всего, до 120 мы можем добить на 4 уровне. Что, в принципе, хорошо, но очень долго. И энергии тратится будет намного меньше. Ну, ладно, мы на этих способностях и пойдем. Тем более, у меня есть свинка и... Так, оседлать и следовать. А, подожди, стоять на месте. Мы же не скрафтили эту шляпу, которая в портале... портальную. Вот он. Это значит это и это. Как раз таки. И потом возьмем 5 этих штук и отнесем их... Так, вроде это и вот, кажется, вот это. И отнесем их этому. Ну, как его звать-то, блин, забыл уже. Так, нет. Да, вот. Я уже делал эту сферку, я уже там был. Ну, давно. Но это же финал, типа сюжет, все дела, поэтому мы узнаем, что там будет наконец-таки в конце. Вот. Давайте сначала заберем 5 этих штук. И отправимся к нашему другу. Как раз таки он сейчас нам, наверное, какую-нибудь... Так, лаборатория, да, может, какую-нибудь нам дичь втирать начнет. Нет? Серьезно? Даже близко нет? Окей. Кстати, ошейники выпадают в огромном количестве. А, тут продать, купить. С этих, с ребят, с каких-то. С гоблинов, да. Так. Это лаборатория. Изготовление для изготовления костяных... Нет. Использовать для изготовления химических предметов. Не помню. У меня она вроде есть. Так, вот этот верстак. Открыть. Технология верстак. Так, насекомых. Окей. Так, если мы сможем получить технологию слияния насекомых, мы сможем изготовить все контуры и трубы с помощью мутаг. Ну окей, это я знаю. Спасибо. Так, это у нас... Это что такое? Использовано для изготовления вооружения землян. А, окей. Не, подожди, давай сначала вот это. Стоп, у нас такого даже нету. А, ну это другая технология, это понятно. В смысле? Генератор сферы V у меня нету. Но смотрите, генератор сферы земля, он получается не нужен. Генератор сферы зараженных ему тоже не нужен. Окей, лады, братан. Все, валим отсюда. Ну раз ему не надо это, то мы это продадим просто. Я бы, кстати, ту сферу... А, и вот еще у нас генератор сферы гоблинов. Ему тоже не нужен. А, ну это гоблинский верстак из него делается. У меня ведь все 3, да? Ну тут их 5, как оказалось внезапно. Я был немного удивлен, что их больше. Так, нет, это портал. Портал мы возьмем. Все, я готов, в принципе, давайте поставим портал у себя на базе. Из него все равно никто вылазить не будет. Но сначала я хочу, во-первых, съесть эту штуку, чтобы вам более-менее было видно. И завязать вот эту штуку, проверить. Да, она работает идеально. Этот мод, они уже в описании тоже будут. Прям идеально работает. Ё-моё, какая клевая штука. Ну это, конечно, легкое читерство, но я чисто это использую, потому что мне впадлу фармить. Вот и все. Так, кстати, давай заберем отсюда. Плюс у нас золото кончилось. Я не перевожу серебро в золото, ну то есть в руде медь в серебро в золото и так далее. Я этим не занимаюсь. Потому что я не совсем читер. Так, оседлать, следовать и погнали. За последним этим. Я вроде его побеждал. Давайте поставим где-нибудь... Так, это наши ребята. Давай вот тут его поставим. Да, вход в убежище Мека, номер 1. Так, погнали. В смысле? А, лесенки, точно. Тут надо будет просто выкашивать пачками жуков. Пойдем. Ты чё? Пойдем. А, там сундук. Так, стоять на месте, стоять на месте. Да плевать, мне кажется. Эй. Из-за этого, из-за этой шляпы я сюда полез? А, у меня даже щит не испортился. Так, следовать. Стоп. Оседлать. Ну, потому что эти два чувака мне очень сильно помогут, когда мы уже доберемся до лаборатории. Ну, тут, кстати, нету сфер. Так. Готов врываться? Слезть. Вот это вот, вот это вот. Зачем ты это делаешь? То есть, это он такой тупой. То есть это ты такой тупой, ты сам туда улетел.
Я думал, что это... Ё-моё, зачем я это сделал? Ладно, хрен с ним. Я думал, что его выкинуло туда. Откуда у меня трава тут взялась? Я реально думал, что его туда выкинуло. А оказывается, его ни хрена не выкинуло. Он просто сам идет. Так. Нет. Оседлать. А, я не могу достать его. Черт, с два, гребаный ты придурок. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Подойди ко мне. Подойди ко мне. Дегенерата кусок. Мне ты нужен на следующем бое. Иди сюда. Не будь такой жопой, подойди. Ну и все, он ушел уже в никуда, походу. Походу, да, в никуда. Так, это... Так, слезть. Следуй за мной. Твою мать, что это такое? Давайте это завалим. Давайте это завалим. Тем более у меня и способности есть. О, мы это завалили. Ни хрена себе, ты выдержал два выстрела из снайперки? Что у тебя за броня? Найден предмет находка. О, ну-ка, что мы там нашли-то? Голова паразита-разрушителя. Ох уж, это мне становится плохо. Я мне тоже. Ни хрена себе он здоровый. Хотя бы кабан не вылетает. Но это слегка портит мои планы. В плане того, стоять на месте. Кто со мной должен пойти туда? Я могу тебя заюзать? Нет, ты вообще бесполезная штука, да? Окей, понятно. Так, я броню пока. Так, давайте оседлаем сразу кабана. В идеале бы сейчас свалить отсюда и взять кого-нибудь еще. Орк тоже такой себе в этом плане. Он там начнет мечом махать. Слизняка взять? Хм, а как вариант, кстати. Так, это финалка, да? Нет, в смысле? Я думаю, это все уже. Я не знаю, если вам что-то видно, мне просто ни черта не видно. Так, выход я вижу. Я хочу жуков косить, потому что... С них, я уверен, что-то ценное выпадет. Ну, я надеюсь на это. Так, тебе бы покормить надо бы в идеале. Где там еда? На, держи. Так, слезть. Да, урон наносится маленький, но я не переживаю за это. От слова совсем. Слушай, я не знаю, что ты, но ты слился очень легко. Я думал, что он будет намного сильнее. Так, оседлать. Мне нужен еще один, по-любому, какой-нибудь герой. Возможно, капитан землян? Слушайте, так, во-первых, ни черта не видно. Где там? Кстати, капитан землян. Он же пулеметом. Если я его сейчас быстренько вкачаю, то он будет вообще топовый. Так, это должно быть последнее. Так, слезть. Погнали. То он должен быть топовый вообще, в идеале. Кроши их, парень. Так, тут турели и куча всего. Я уверен, что я сейчас всех их вынесу спокойно. Да, вот с этих мне парней выпадала броня. А, плевать. Пойдем. Все. Здесь палата, в которой можно отлежаться и запастись как раз-таки всеми нужными ресурсами. Стой на месте. Сейчас я быстренько... Так, стоять на месте. Сейчас я быстренько сбегаю. Да, у меня тут... Все, спасибо. Сейчас я быстренько сбегаю и вернусь. Так, ну что ж, я привел всех. Ну, как всех. Капитан землян. И так, седлать. Тебя, кстати, надо подхилить. Так... Тебя надо покормить. Давай тебя покормим аптечкой. Все, прекрасно. Так. Погнали. У нас с тобой важная роль. Мы сейчас вдвоем вынесем этого карапуза. Так, стоять. Слезть, просто слезть. Так, стоп. Оседлать? Ну, погнали пока. Ты давай в атаку сразу. Да, этого там лечат. Стоп, слезть.
Зачем я это сделал? Рано. Надо быстрее ее выносить. Они уже снесли одну. Нифига себе, они молодцы. Они уже снесли одну сферу. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Никакого регена только. А чё она не ломается-то? О, сломалась. Ой-ой-ой. Подожди. А, осталась последняя, что ли? Давай, 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 давай. Ломай, ломай, ломай её. Сейчас капитан Землян нам очень сильно поможет. У нас скорость атаки, кажется, уменьшилась. Ну, в принципе, ладно, идем нормально. Не зря же я 7000 бомб, да, накрафтил. Какая-то музыка уже милая началась. Давай, стреляй по этой штуке, чувак. Ты что делаешь? А, он там вообще во все щели, да, лупит. Ну вот, ракеты хотя бы более-менее. Кстати. Все. Так, давай кабана поднимать. Надо поднять кабана. Ух. Так, надо подхилиться мне. Так, тебя мы оседлываем и покормить надо, да? Ну, на, держи сверху. Так, тебя надо покормить. Держи, наверное. Стоп, подожди. Тебя надо покормить. Держи, наверное, еды. Все, погнали. Тон-тон-тон-тон-тон. Так, что, подожди, стоять на месте, стоять на месте. О, Мэтью Шкип. Мэтью, это мое имя, моя голова просто раскалывается, я ни о чем не могу думать, я еще... Так, и еще сильно болит рука. Какая, чувак, правая? Так, нет, моя рука, где моя рука? Она болит, очень сильно болит. А что ты со мной сделал? Не убивай меня, пожалуйста, не убивай меня. А что? Чё? А, так, он не похож на того Мэтью, которого я знал. О, мы знали какого-то Мэтью. Так, мы получили вот этот генератор сферы V, кольцо. А, ну я же убивал этого босса, да. И вот эту шляпу с этой шляпой. Это бесполезные нам ресурсы. Так, нет ни данных, ни сердцебиения. Кажется, что она мертва. Ой-ой-ой, это будет обидно. Так, оседлать, следовать, пойдем. Мы сваливаем отсюда. Так, давай тогда все, стоять на месте, стоять на месте. Мы получили последнюю сферу и кольцо. Кольцо у нас такое валяется, оно дает, накладывает усиление, уменьшает каждый... Короче, рандомное усиление каждые 5 секунд, как я понял. Так, это все нам не надо. Получается, все хилки мы скидываем, они нам тоже уже не понадобятся, в принципе говоря. Так, и получается, ну, пистолет, он пробивает насквозь. В принципе, темка-то неплохая. Так, и мы идем с генератором проверить, что мы должны... Мы должны получить чертеж, по идее. Так, лаборатория. Мы должны получить чертеж последний. Так, идем сюда. Вот он. Так, технология Т-энергии Мека. Это энергетическая технология,
Основанные рекомбинации атомов, которые разрушают химическую связь металлов. Ну, короче, окей. Так, одна из моих основных дисциплин, поэтому в этом гене сферы нет ничего, я хотел бы понять и изучить. Но тебе стоит хорошенько его изучить. Особенно технологии этой энергии будут больше подсказывать в твоей работе. Космический корабль почти завершен. Теперь мы должны приступить к созданию главного двигателя космического корабля. Эту важную задачу я предлагаю тебе. О, это чертеж, спасибо. Подожди, так у меня есть эта шляпа. Пойдемте движок создавать. Кажется, да, фарм боссов и финал сейчас будет. Ну, думаю, вам и так это уже известно. Так, вот в этой шляпе он крафтится. Угу, у нас вроде как все это есть. Если нет, то мы сейчас наберем. Так, мне нужно вот это, кажется. Я не помню точно что, но мы возьмем все. Ну, мне не хватит, скорее всего. Мне не хватает механических плат. Механические платы делаются из меди. Ага, медь, слизь и уголь. И у нас всего это в достатке. Так, медь, слизь и уголь. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим, что нам это даст. А, тут и то, да? Да, создать. Все, мы создали движок. Варп-двигатель. Так, забирай. Забирай. А, да, тут нечего забирать. А слизи у нас вообще даже стака нет. О, и этой энергию надо тоже скинуть. А мне все равно больше не понадобится. Так. Блин, я надеюсь, мы не свалим. Ну, в смысле, я надеюсь, что мы свалим отсюда, но я просто надеюсь, что мы это... привет, чувак. Дать варп-двигатель. Так, отлично сработано. Кстати, он, кажется, установился. Так, наш космический корабль скоро будет готов. Жди меня здесь. А мне туда пройти дадут? Так, 6 часов спустя. Ух, нихрена ж себе. Прикольно, какая... Эй, дай открой. Чувак, серьезно? И вот это вот была моя мечта попасть вот сюда, чтобы понять, что там трава... Это хрень и это хрень? Так, блин, сохраниться никак нельзя. Так, мне еще нужно провести кое-какую техническую проверку. Если не будет никаких проблем, мы сможем отправляться. Куда мы отправимся? Сначала на Землю и останемся там, если она еще пригодна для жизни. Ладно, поторопись, если ты готов подниматься на борт. Так, и помоги мне проверить все перед взлетом. Окей, а что тебе проверить? Так, привет, Форест. Звук в голове. Так, кто ты и почему ты в моей голове? О, БМ-69. Это я, БМ-69. Просто, прости, пожалуйста, что я подключился к твоей генной сфере без разрешения. Я использовал твою генную сферу, чтобы тайно отследить генную сферу Дани. У меня в мозгу генная сфера. В каждом есть генная сфера. Разве человеческий мозг не генная сфера? И я не знаю. Прости, я так резко связался с тобой, потому что обнаружил сигнал Дани рядом с тобой. Сигнал хоть и слабый, но я уверен, что это именно он. Сигнал Дани, я в лаборатории Шкипа. Мы только что построили корабль и собираемся улететь отсюда. Дани в лаборатории? Нет, здесь две капсулы гибернации, но они пустые. Больше здесь спрятаться негде. А как же ваш космический корабль? Невозможно. Если бы Дани была в космическом корабле, Мэтью бы знал. А что ж, так, скоро улетаю. Мне жаль, что у меня не получится помочь тебе с Дани, но я надеюсь, что ты скоро встретишься с ней. Прощай, БМ-69. Грусть, спасибо. Я просто подожду Дани здесь. Это все, что я могу сделать. Так, погодите-ка. То есть в корабле может сидеть этот... Ну, та Дани, которую мы завалили. Так, давай. Внимание, вы собираетесь вступить в бой с боссом. Вы готовы? Да, в смысле? Каким боссом? Подожди. Так, я вижу троих. What the fuck? Не-не-не-не-не-не-не, вы чё? Я все скинул, блин. А я могу свалить? А я могу свалить, все нормально. Почему у меня 39 брони? Вопрос. Почему у меня 39 брони? У меня было 70. Подожди, почему у меня 39 брони? У меня было 70. Надо эту череп... Подожди, а почему у меня 39 брони? У меня же было 70 брони. Что мне вот это дает? Ну это и он и щит. Ну все правильно, и он и щит. Где он там?
Где этот гребаный он и щит? Вот он. Кажется, 4 максимальное здоровье увеличено его на счета. Нет. Подожди, а почему у меня 39? Или это из-за вот этой модификации? Походу, это из-за шмотки. Ладно, окей. Я просто не знал, что там будет финальный босс. Я к этому был немного не готов. От слова совсем. Так, берем вот это. Хилки обязательно все. И все. Ну и выкинем это все нафиг, потому что мне это нафиг не надо. Включай эту траву, которая до хрена мне нужна. И, наверное, возьмем капитана землян, да, с пулеметом. Ну, чисто так, по приколу. Вдруг он нам там поможет. Так, следовать, оседлать. Погнали. Все. Я просто не знаю, что там будет, поэтому лучше уж подготовиться. Во-первых, это для меня легкий шок. Я думал, что финального босса мы завалили. Вот. Так, стоп, нам не сюда, нам вот сюда. Как тут кабан вообще проходит? А, черт, в смысле? Нет, нет, пожалуйста, нет. Ладно, пойдем. Пойдем с тобой вдвоем, короче. Блин, какая обида. Вот толстая свинка Пеппа, блин. Я же пролезть не может. Так, ты готов? Ты готов к атаке, а я готов к использованию всех стимуляторов, которые на 10 минут дадут мне офигительные эффекты. Так, я думаю, что это мне не пригодится. И давай заюзаем... Нет, это что? Нет, спасибо. Так, Ричард Мак, я так рад ждать тебя, Форест. Так, бой. Сказать, кто ты? Давай, кто ты? Я Ричард Марк, основатель Мека, которого когда-то ты знаешь лучше всего. Не пробивай, я даже не помню ничего о тебе. Это потому, что ты проснулся, пустая оболочка. Одна из моих копий. Что произошло? Я только что поднялся на борт космического корабля. Почему я здесь? Ты овладел всеми технологиями в этом мире и выполнил все задачи. Поэтому ты получил квалификацию, позволяя войти сюда. А космический корабль — это просто машина, которая связывает нас друг с другом. И теперь... наше сознание связано вместе. Ни за что я с Мэтью вместе построил космический корабль, если только он не работает на Мека. Так и было до того, как ты сорвал с него маску и оторвал руку. Теперь он также ничего не помнит, как и ты. Вы оба живете по заранее определенному замыслу и выполняете набор заранее определенных действий. Так, неправда, я действую по собственной воле. Единственный способ увеличить... вместимость генной сферы, позволите ей развиваться. Пока она живет, учится и сражается, только так она сможет вместить мои огромные знания и память, а также мое полное сознание. Так, и ты тот самый сосуд, моя идеальная копия. Я человек Земли, я не копия. Человек, а могут ли люди разбивать камни кулаками? А, кстати, да. А может ли человек тело осуществлять атомную перестройку? Нет, посмотри на себя, ты не... из тех низших форм жизни на основе углерода. Каждый землянин подобный тебе воплощение моей высшей мудрости, всего моего богатства. Люди — это планетный вирус. Они давно вымерли. А что насчет пассажиров ковчега Мека Земли? А как материал для экспериментов на людях, так их жертвы внесены в выдающийся вклад в научный прогресс. Сумасшедший, что ты собираешься сделать? Так, вечность, я хочу вечную планету, живущую по моим правилам, планета без государств, законов, морали и светских организаций, где я могу свободно двигаться вперед, и каждый мой шаг будет прогрессом всей планеты. И для этого первым шагом будет перезагрузка Земли и полное уничтожение старых людей во Вселенной перед рождением новой цивилизации. Но ты ведь тоже человек. А раньше был. Для осуществления этого плана я отказался от тела в обмен на неограниченное время. Теперь, чтобы почувствовать мир, который я создал, мне нужна настоящая жизнь, бесконечная жизнь. Получается, разрушение Земли и вымирание человечества — дело твоих рук. А теперь эта планета страдает от твоего яда. Если бы человечество не погибло, Земля... умерла бы еще до 2473 года. Так что я тот, кто преодолел это. Открой глаза и взгляни на этот мир. Он как прекрасный, полный жизни сил. Вся жизнь здесь следует правилам. И тем правилам, которые позволяют экологии существовать бесконечно, моим правилам. А прежде чем мы закончим этот разговор, я открою тебе один секрет. Ты с Мека всегда были на своем месте. Добро пожаловать на Землю. О, прекрасно.
Так, погоди, у меня есть пистолет? У меня есть пистолет. Ёб твою за ногу, что за круги, что за квадраты? Я не знаю, что я делаю, но я что-то делаю. О, жесть, 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 жесть. Давай хотя бы одну уничтожим. Одну уничтожили. Плевать, плевать, вторую уничтожили. Я пойду за третьей. Скорее всего... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Черт, 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 черт. Хилка. Да, скорее всего... Ой-ой-ой, главарь землян, ты чё, уже баньки лёг? А, подожди, у меня же есть гранаты. Чёрт, я выложил гранаты. А, нет, я не выложил гранаты. Пятёрочка. Охренеть, что происходит? Ё-моё. Я туда насовываю, но я вообще, кажется, промахиваюсь жестко. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Мне сейчас надо аптечку хилять. Юзать аптечку срочно. Я порошок юзал? Не знаю, не помню. Мне надо срочно заюзать аптечку. Черт. Давай, 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 выживи, выживи, выживи. Аптечка. Все, погнали. Так, уворачиваемся от всего. Короче, этот чувак, капитан землян только неплохо наваливал ему. Ой, у меня щиты сейчас сломаются. Все, я сейчас сдохну. Я, скорее всего, сейчас сдохну. Последнюю сферу уничтожить. Давай, 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 давай. Давай, 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 наваливай. Последняя сфера осталась. Давай, давай, давай. А его уже сюда не заманишь, да? Нет, только не гребаные ракеты. Ускоряемся. Время бегать. У меня щит заряжен, мне все равно. Мне энергия восстановилась почти полностью. Все, сейчас мы его размудохаем. Давай, 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 давай. Что происходит? В смысле? А, ёб твою за ногу, ни хрена себе. Второй раунд? А чё ты такой жесткий-то? Да не, я сейчас сдохну тут такими темпами. Ни хрена себе. Да он жесткий. Очень жесткий. Синий теперь, ё-моё. Так. Блин, а он реально жесткий. Огонь? Серьезно? 38 это ни о чем вообще, я смотрю. Надо держаться подальше на всякий случай. От огня и от всего вообще.
Так, по второму кругу пошел, да? Так, побегаем, короче, от этой способности. Это меня хрень бесит. Ладно, давайте наваливать, конечно, но я думаю, что лучше побегать было бы от нее, потому что у меня щит остался единичка. Эй, что ты делаешь? Ё-моё, у меня мышка пропала. Просто вот эта молния меня ни о чем. Ну, то есть, они меня не... Я их не боюсь. Эта способность бессмысленная для меня. Это тоже бессмысленно. Во, давай. Сейчас мы тебе электричеством наваляем. Я надеюсь, что вторая стадия последняя. Очень сильно на это надеюсь. Ой-ой-ой, тихо. 39. Блин, если бы я знал, я бы автомат себе взял. Но просто я не знал, что будет за последний бой. Блин, вот эта стадия меня сейчас бесит. Вот это вот именно. Не знаю, вот это мерзячевская стадия. Но из плюсов он почти стоит на месте. То есть можно ему электричество закинуть туда, и он, оно его будет дамажить. Так, у меня уже щиты разносятся. Давай еще разочек электричеством тебя повыносим. Блин, энергии не хватает. Ай-яй, тихо. Так, он ко мне летит. Надо капитана землян не забыть забрать. Слушайте, ну если так подумать, он на изи выносится. Реально, я его сейчас вынесу? Серьезно? Пока, дяденька. Пожалуйста, пусть третьей стадии не будет. Нет, это невозможно. Это возможно. Найден новый предмет, находка. Че? О, я две ачивки получил. Так, а что здесь? Три ачивки. А, да, что здесь? Разлегся, поднимайся. Слава богу, я наконец вернулся. Что это было? А в такой критический момент я работаю, а ты спишь. Прости, может, я слишком устал? А, неважно, не бери в голову, сейчас есть более серьезная проблема. Вар-двигатель никак не хочет запускаться. Сначала я подумал, что это твоя ошибка. Но я тщательно сравнил его с чертежами. Каждая часть установлена была абсолютно точно. Единственное логическое объяснение – это проблема с разработкой схем. Схем, короче. А, черт, это чертеж для дела Дании. Так, я изо всех сил трудился, чтобы вернуться на землю. Что, черт возьми, я делал столько лет. Будь упорнее, работаем вместе, и в один прекрасный день мы построим вардвикль и вернемся на землю. А сейчас, пожалуйста, оставь меня одного. Чего? В смысле? Я думал, мы свалим. Обида. Но это финал. То есть, финал в том, что ни хрена мы не умеем оседлать. Да, прикол в том, что мы просто ничего не умеем. Да, кстати, вот это я заберу. Спасибо. И все, и мы просто возвращаемся на базу. То есть разработчики не придумали финал нормального. И сделали такое, что у нас просто ничего не получилось. И мы просто вернулись домой. Прекрасно. Прекрасно. Так, из плюсов. 74 из 75. А, это фрагменты. А почему 74 из 75? Это, наверное, бумажки. Ну, кому интересно, можете почитать. А это какой-то мы предмет еще не нашли. То есть нам разом все дали. Прикольно. Это типа данные, да, разные.
И в достижениях мы получили две ачивки. А, ну, получив все открытия, да. То есть это все прям, вот все-все-все, рыбалку, вот эти все. Ну, мне хватит и вот этих двух. А, так, а больше вроде у нас в инвентаре ничего не появилось интересного? Вроде нет. Ну что ж, на этом мы закончим с прохождением данной игры. И если вы какие-нибудь обновления, модификации и так далее, мы, естественно, это посмотрим. А на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.